представитель здесь находится. С самого утра теплые пожелания, цветы и подарки. В свой день рождения заведующая женской консультацией Одинцовской областной больницы Лариса Бархатова принимает поздравления. Благодарность приехали выразить первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и одинцовские единороссы. Человек, который приступает порог, идет к вам, уже обретает уверенность, что все будет хорошо. Ну, а мы же добро как делали, так и творите добро. Анатолий Иванович. Лариса Владимировна – доктор с большим опытом. Руководит коллективом медицинского учреждения с 2005 года. Стоять у истоков зарождения новой жизни всегда очень ответственно, признается заведующая женской консультацией. Хочу сказать, что у нас очень дружный и очень профессиональный коллектив. Акушер-гинекологов, медсестер, регистраторов, старшая медсестра мне сильно помогает. Вот это большое дело, это очень приятно работать. И когда есть такая дружная команда, то тогда и что-то получается. На данный момент в женской консультации можно пройти все обследования и проконсультироваться у специалистов. Каждая женщина обязательно получит здесь необходимую помощь в амбулаторных условиях. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».